Давай. Ну что, девчонки, вот смотрите. Мои крошки, мои мышки, мои гусиные и стремленные. Наконец-то наступает 2012 год. Я надеюсь, у каждого из вас в одной руке хуй мясистый, в другой бокал шампанским. И вы готовы к встрече с стриклассом. До встречи Нового года. Год водяного черного дракона. Поверьте нашим зайчикам, наверняка ходят черных драконов, которые вас отдраконят по самому. Я хотел! Но перед этим вы должны оставить все стрёмное, плохое, негативное в 2011-м. Даже не вспоминать. Например, вас в этом году ебало с ног, как Борис, молочница. Или сиськи, как покорился на людей. Или тебе не знали, куда деть. Забудьте об этом. В 2012-м все будет заебись. Вы каждый день будете ходить в клуб эгоистка, это все исчезнет само собой. Так же, как и деньги, лишние деньги ваших любовников и мужей. Несите все к нам. Муж найдем, пытается строить. И самое главное, я хочу пожелать каждой барышне, смотрящей мое обращение, в этом году, новом 2012-м, каждой тёлке по самцу, по-хорошему, по-гулястому, а не с этими свистульками, свистелками, что там за долбоем случится, не открывайте. Ваня, Порше! У меня прямой эфир, не тупи, блядь! Костел, блядь, я все забыл. Костел, блядь! Я все забыл из-за него, блядь! Что за блядь, что ты его, блядь, в пидорашу? С какими? Какую речь вы вылечилась? Чиха, я все забыла. Короче, девочки, не идет, да. Все оплочено. Сегодня это ночь ваша и год ваш. Сегодня это ночь ваша. Следующий год женщины-эгоистки. Поэтому, ну, пока в бизнесе, что вы ебываете, господи. Они ради жизни живем. Жизнь нужна не проживать. Не существовать. Нужно жить на полную катушку. Убить, страдать, разочаровываться, потом смотреть, влюбляться. И снова.